на постоянной основе в России шахматами занимаются более 1 миллиона человек. Today, over 1 million people in Russia are practicing chess regularly. Причем во всех субъектах России. Over all the regions of Russia. И мы действительно по праву, я считаю, что по праву, гордимся и замечательными традициями и достижениями российской шахматной школы. We are rightfully proud of the traditions and the achievements of the Russian chess. Большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом. Орденом дружбы награжден Аль-Нахаян Султан Дан Халифа, президент Азиатской шахматной федерации, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.